Я не вижу вообще никаких проблем в завозе туристов, так называемых. Езжайте, без проблем. Какие вопросы? Есть лицензии, есть же четкие правила по завоеванию лицензий. Получили лицензии, езжайте. Единственную пробоину я вижу в моем рассуждении, это касательно Беларуси, в том, что спортсмены едут за госсчет, получается. То есть, а это уже известная нам песня о налогах, о том, что едут за народные гроши, что вот деньги Сергея Версоцкого могли пойти там, учителям, врачам, налогоплательщикам. А идут к лыжникам. Вот, ну, это существенный аргумент, это действительно, который, может, скорее всего, разбивает мои аргументы в отношении именно Беларуси, потому что, если брать другие страны, там не за госсчет едут. Ну да, там за привлеченные средства. Да, за привлеченные средства, и тогда я вообще не вижу в этом ничего плохого. А так можно прийти к тому, что это будет элитарная лига, где будут участвовать там, в каждом виде по 3 спортсмена, которые действительно претендуют, там, по 10 спортсменов. А вот... Белорусская загвоздка есть, но при этом надо понимать, что у нас нет другого пути. То есть в силу нашей экономической ситуации у нас, в принципе, нет как рекламного рынка, так и спонсорского, какой-то спонсорской помощи. То есть я не представляю, как нужно изогнуться Данилочкину, там, условному, чтобы найти спонсорские средства частного спонсора, частного предприятия, который обеспечит ему эту поездку. А, который бы спонсировал его выступление, в принципе. Места в пятом, шестом десятке? Ну, в принципе, вот выступление на этапах Кубка мира. Там.